Bless God. Thank you so much for Pastor. Слава Богу, благодарю очень вас, пастор. I appreciate very much the opportunity to be here to share this day with you. Я так благодарю этой возможностью быть с вами здесь и поделиться словом. And to share this moment of sorrow that you are going through as a congregation. И разделить эту печаль, через которую вы проходите как церковь. We went through this 6 years ago in New York City. Мы в Нью-Йорке прошли через это 6 лет назад. When Pastor David Wilkerson, a man who was greatly loved by all of us. Потому что пастор Дэвид Вилкерсон это был человек, который очень был любим всеми нами. And he was loved by people all over the world. И его любили люди по всему миру. He was suddenly taken from us. Он был так неожиданно взят от нас. But he spoke to me before he died. Но перед тем, как умереть, он со мной говорил. We sat together for some time. Мы какое-то время сидели вместе с ним. And he had a premonition of his own death. И он как бы ощущал, что он скоро умрет. And he told me these words. И он сказал следующие слова. He said, after I'm gone, он говорит, после того, когда я уйду, don't talk about me that much. Много обо мне не говорить. He said, it's important that you move forward as a church. Он говорит, очень важно, чтобы вы как церковь шли дальше, вперед. He told me, he said, you have the same Holy Spirit in you that I have in me. Он говорит, у тебя есть тот же Дух Святой, который во мне. And you need to lead this church into the future. И тебе необходимо ввести эту церковь в будущее. He said, you will take this church much farther than I ever could have taken it. Он говорит, что ты поведешь эту церковь намного дальше, чем я это смог сделать. And he said, don't ask yourself the question. И он говорит, не задавайте себе вопрос. Don't say to your own heart these words. Не говори своему сердцу такие слова. Don't ever say, what would David Wilkerson have done? И никогда не говори, что бы сделал Дэвид Вилкерсон. He said, it doesn't matter what I would have done. Он говорит, не важно, что бы я сделал. You have the Holy Spirit. У тебя есть Дух Святой. You do what God calls you to do. Ты делай то, к чему призывает тебя Бог. This is not my church, he said. Это не моя церковь, он сказал. It is the church of Jesus Christ. Это церковь Иисуса Христа. It belongs to him. Она принадлежит ему. So follow him. Поэтому следуй за ним. And do what he asks you to do. И делай то, что он просит тебя делать. And don't look backwards. И не оглядывайся назад. If you look back, you'll become a museum. Если ты будешь оглядываться назад, ты превратишь все в музей. But if you look forward, you will live. Но если ты будешь двигаться вперед, ты будешь жить. And we have looked forward the last 6 years. И последние 6 лет назад мы смотрели вперед. And God has expanded the borders of our tent. И Бог расширил пределы нашего шатра. Significantly. Очень значительно. He's given us a worldwide influence now. Он дал нам влияние на весь мир. We have a prayer meeting that is live in 195 countries. У нас есть молитвенное служение, которое транслируется на 195 стран. We have a Bible school now that offers a 2-year degree. У нас есть библейская школа, которая предлагает 2-летнее обучение. We're sending out more missionaries than we've ever done in our history. Мы высылаем миссионеров намного больше, чем когда-либо в нашей истории. But it involved some changes. Но потребовались некоторые перемены. God, и если вы будете идти вперед с Богом, будут перемены. Я приведу один пример. In the last several years, we've sent out over 1,600 short-term and long-term missionaries. За последние 6 лет мы отправили 1,600 долгосрочных и краткосрочных миссионеров. We minister in 43 countries. Мы служим в 43 странах. We feed over 22,000 children, I think it is, or 4,000 children in 22 countries. Мы кормим около 24,000 детей в разных странах. We've fed orphans over 20 million meals in the last 7 or 8 years. За последние 7-8 лет мы более 20 миллионов обедов принесли детям-сиротам. And we have given over 2 million pounds of food to hungry families in the inner city of New York. И мы более 200 миллионов паунтов пищи принесли людям бездомным, чтобы накормить в Нью-Йорке. We're on national radio now in most of America today. Мы транслируемся в нашей стране в основном, ну, почти по всей стране по радио. And so I began to pray and say, Lord, is there anything that we're not doing? И я начал молиться, я говорю, Господи, есть ли что еще, чего мы не делаем? Because we're doing all of these things. Потому что мы все уже делаем.
And the answer that came to my heart came as a surprise. И ответ, который я услышал в моем сердце, удивил меня. Within a 6-block radius of Times Square Church. В радиусе 6 кварталов от Times Square церкви. There's over 100,000 people who live there. Около 100 тысяч человек проживает в этих 6 кварталах. And almost none of them come to our church. И почти никто из них не приезжает в нашу церковь. So we have reached the whole world. Итак, мы достигли всего мира. But we have not reached our own community. А наше окружение людей мы не достигли. And so we had to start thinking differently. И мы начали мыслить по-другому. We had to start reaching out differently. Мы начали евангелизировать по-другому. We had to start praying about how to do this. Мы начали молиться о том, как это исполнить. And God is now helping us to reach our community. И сейчас Бог помогает нам евангелизировать наше окружение людей. There are going to be changes if you go forward. Когда вы будете двигаться вперед, будут перемены. And I want to encourage you to get behind your new pastor. И я хочу ободрить вас, чтобы вы как бы пошли дальше, чем ваш пастор. There will always be some people that say the old days were better. Будут всегда люди, которые будут говорить: вот в давние времена раньше было лучше. They even had it in Israel. Даже в Израиле так было. They said it was better back in Egypt. Они говорили всегда, что там в Египте даже было лучше. Two of the tribes wouldn't go over into the promised land. И двое не собирались отправляться в обетованную землю. They said it's better here. Они говорят: здесь лучше. We want to stay here. Мы хотим оставаться здесь. But the church of Jesus Christ is always moving forward. Но церковь Иисуса Христа всегда движется вперед. If we stay where we are, we become like the Dead Sea. Мы, когда остаемся на месте и не двигаемся, тогда мы превращаемся в мертвое море. We become rich with minerals. Мы становимся богатыми в минералах. Filled with truth. Наполнены истиной. But it's all contained in our fellowship. Но это все только в окружении нашего общения. None of it gives life to the people around us. И это ничего, никакой жизни не приносит людям вокруг нас. God gave me this message 2 weeks ago for you. 2 недели назад Бог дал мне эту проповедь для вас. He knew we would be here today. Он знал, что мы будем здесь сегодня. He knew the things that were going to happen. Он знал, что произойдет к этому времени. Nothing takes him by surprise. Ничего для Бога не удивительно. I said to my wife before coming here. Я перед тем, как приехать сюда, сказал своей супруге. So this is a strange message. Я говорю: странное послание. I wonder why God gave me this word. Мне интересно, почему Бог дал мне это слово. But I know God gave me this word. Но я знаю, что это Бог дал мне это слово. I ask you to open your heart today. Поэтому я прошу вас сегодня, откройте ваши сердца. Open your heart to the word of God. Откройте ваше сердце к слову Божьему. Open your heart to what God wants to do through his church, through you. Откройте ваши сердца к тому, что Бог хочет делать в этой церкви через вас. Open your heart to a new day. Откройте ваше сердце к новому дню. A new way. По-новому. Something God wants to speak to you. Что-то Бог хочет проговорить к вам. Let's pray together. Давайте вместе помолимся. Lord Jesus Christ. Господь Иисус Христос. We are your people. Мы народ твой. This is your testimony on the earth. Это твое свидетельство на земле. We can't build a house, we can't even see it. Мы не можем построить дома, мы даже не можем видеть его. Your word tells us that if you don't build a house, our works, our labors are in vain. Слово твое говорит, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. I am not interested in empty labor. Меня не интересует пустая работа. This is the day of Pentecost we celebrate. Сегодня мы празднуем день Пятидесятницы. You sent your Holy Spirit to lead us into something. Ты послал Дух Святой для нас, чтобы повести к чему-то. Help us to hear it. Помоги нам услышать это. Help me to speak it, Lord. Помоги мне говорить это сегодня, Господь. We are weak as human beings. Мы слабы как человеки. We want to find a nice place and stay there. Мы хотим хорошее, красивое место найти и оставаться там. But your church is always moving forward. Но церковь твоя всегда движется вперед. So help us. Lord. Итак, помоги нам, Господь. Help us, помоги God. Нам, Боже. Break down the walls we build around ourselves. Господи, разрушь стены, которые мы строим вокруг себя. And give us the grace to follow you. Дай нам благодать следовать за тобой. Wherever you lead us. Куда бы ты ни повел нас. We dedicate this day to you. Мы посвящаем этот день тебе. And I thank you for giving your word. И благодарю тебя за слово твое. In Jesus' name. Во имя Иисуса. It's the book of Jonah, please, if you'd be seated. Пожалуйста, садитесь. Книга Иона. I'm not going to read it, I'm just going to walk through the scripture. Я не буду читать книгу Иона, но я просто пройдусь по Писанию. This is a story
You all know the story of Jonah. Вы все знаете историю Ионы. It's a story about a messenger of God who fell asleep in a storm. Это послание о человеке, который должен был нести слово Божие, и он уснул в шторм. He could still hear the voice of God. Он еще мог слышать послание Бога. Listen to me. Послушайте меня. Some churches can no longer hear the voice of God. Некоторые церкви уже не могут слышать голоса Божьего. They are so used to talking that they can't hear God's voice. Они настолько привыкли говорить, что уже голоса Божьего там не слышно. But you can still hear. Но вы еще можете его слышать. I know you can. Я знаю, что вы это можете. There is a witness of God's Holy Spirit in this place. Есть свидетельство Божьего Духа на этом месте. And when God's Holy Spirit is still in the place, it's because there are still people who can hear. Это, и когда Божий Дух на этом месте, это благодаря тому, что есть еще люди, которые слышат его. Now Jonah could hear, but God was asking him to do something he didn't want to do. Теперь Иона, он мог слышать, но он не исполнял то, что Бог от него хотел. Everything inside of him found this a displeasing request from God. Это все внутри него противилась вот эта просьба Бога, и он не хотел ее исполнять. He was called to go to a people he didn't want to go to. Он был призван идти туда, к тем людям, к которым он не хотел идти. And he was called to warn them of a day of judgment they were about to face. Он был призван, чтобы предупредить их о судебном дне, который грядет на них. But he said, no, I'm not going. Он сказал, нет, я не пойду. I'm not doing this. Я это делать не буду. Why is that? Почему так? Why as the people of God will we disobey him when he speaks to us? Почему народ Божий не слушается Бога, когда он говорит им? Sometimes it's because we've been disappointed. Иногда потому что мы разочарованы. By life. Жизнью. Or by God. Или Богом. And we find a comfortable place. И мы находим такое удобное, комфортное место. And we say, I'm happy here finally. И мы говорим, наконец, я уже счастлив здесь. I find comfort here. Я нашел здесь комфорт. I don't want anything to change. И ничего менять не хочу. I want it to stay the same. Я хочу оставаться вот как все есть. I want to worship God here. Я хочу здесь Бога славить. And then when it's all over, I want to go home from и here. И когда все закончится, я отсюда хочу перейти and в дом. And when I die, I want to go to heaven. И когда я умру, я уже на небо хочу прийти. But I don't want anything to change. А менять я ничего больше не хочу. We are so reluctant. Мы настолько противимся иногда переменам. Sometimes because of hurt we don't want to obey God. Иногда из-за ран каких-то мы не хотим слушаться Бога. People have hurt us. Люди ранили нас. And we're afraid that we're going to be hurt again. И мы боимся, что нас вновь ранят. Why can't we just stay here? Почему бы нам вот здесь не остаться? We get along. Мы миримся друг с другом. We like each other. Мы друг другу нравимся. So why run the risk of getting hurt? Зачем опять рисковать, чтобы нас снова ранили? I don't want to do this. Я этим не хочу заниматься. Sometimes we won't obey. Иногда мы не послушаемся. Because we've just lost the heart of God. Из-за того, что мы потеряли сердце Божие. We know the scripture says he so loved the world. Мы все знаем Писание, что он так возлюбил Бог мир. That he sent his son. Что сына своего послал. But he can't send us. Но а нас он послать не может. Because we don't love the lost of this world. Потому что мы не так возлюбили потерянных этого мира. If the truth be told, we don't even care if they're going to die and go into an eternal hell. А если уж совсем правду сказать, то нам вообще все равно, что люди идут на вечную погибель. Sometimes we won't go because we want to escape the pressure. Иногда мы не идем и не слушаемся, потому что мы хотим избежать давления. When you start reaching out, it always costs something. Когда ты идешь евангелизировать, это всегда чего-то стоит. If you bring troubled people into the house of God, they bring their trouble with them. Когда ты приносишь разбитых людей с бедами в церковь, они свои беды приносят церковь. So we have to walk through their hurts and their disappointments and their struggles. Тогда надо вместе с ними идти через разочарование и их беды. Paul said to the Corinthian church. Апостол Павел сказал Коринфской церкви. He said, I don't want you to be unaware of the trouble that came to us in Asia. Я не хочу, чтобы вы не знали о трудностях, которые приходят.
the burdens that came on us were more than we could bear. Потому что трудности, которые сходят на нас, они больше, чем мы можем понести. They were above our strength to bear it. Они были сверх сил, чтобы понести. To the point where we felt like we were going to die. До того, что мы чувствовали, что помрем уже. And that was all in reaching the lost. И это было в том, чтобы евангелизировать неверующих. So we look at that. И когда мы смотрим на это, and we say, do I really want that? И мы говорим, на самом деле, нужно ли мне это? Do I really want those people in my church? Вот нужны мне вот такие люди в моей церкви? You should see the people coming to Christ in Times Square Church. Вы бы посмотрели, какие люди приходят в нашу церковь в Times Square. Every Sunday night we have 50, 60 or more people coming to Christ. Каждое воскресенье 50, 60 или даже больше человек приходят ко Христу. They have zero knowledge of God. И у них ноль знаний о Боге. Some of them are men dressed like women. И некоторые мужчины одеты в женскую одежду. They need a lot of help. Им очень многом нужно помощи. They need a lot of strength. Им нужно много сил. It takes a lot of time. Им нужно много времени для they этого. Don't understand the way we do things. Они не понимают, как мы все делаем. They'll jump up and shout hallelujah when it's not appropriate. Они вскочат и кричат аллилуйя, когда это неуместно. They'll come to the altar when we haven't given an altar call. Они выходят к алтарю, когда еще призыва не было. They don't know anything about our church culture. Они ничего не знают о нашей культуре. And they don't care. Им все равно на самом деле. But we care about them. Нам не все равно, как их жизнь проходит. И я со всем сердцем своим благодарю Бога за это. So why wouldn't Jonah go? Итак, почему Иона не пошел? See, God was asking him to go to people of another culture. Видите ли, Бог просил его пойти к людям другой культуры. Nineveh was the capital city of the Assyrian Empire. Ниневия это была столица Сирийской империи. And the Assyrians conquered nations by assimilating them with other people. А эти люди, они были захвачены другими народами, там много было смешанных культур. In other words, the Assyrians didn't stay to themselves, they mixed everything together. Итак, другим словом, сирийцы, они не оставались со своей нацией, они смешивались с другими. They believed it was a better way to live. Они верили, что так лучше. And so Jonah's question in his heart was. Итак, вопрос в сердце Иона был следующий. Firstly, these people have hurt people in the past. Во-первых, это люди были жестокие в прошлом. And if God forgives them, then there's a chance they're going to hurt us again in the future. И если Бог их простит, то есть большой шанс, что в будущем они нас ранят. And if he forgives them and they start to walk with us and call us brothers and sisters, what will it mean for our culture? И если он простит их, и они начнут идти вместе с нами, и мы будем их называть братьями и сестрами, и они будут с нами жестокими, как мы это все понесем? Don't forget the Jewish culture was all about being Jewish. И не забудьте, что еврейская культура всегда все было вокруг иудаизма. And outside of the Jewish culture, it was as if the whole rest of the world didn't exist. И вне иудейской культуры как будто бы ничего в мире не существовало, кроме иудеев. So in his heart, he had to be asking the question: Do we really want these people in our fellowship? И вопрос в сердце его звучал: А нужны ли нам вот такие люди в нашем обществе? And then he came to a conclusion. И он пришел к заключению: I will not do this. Я просто не пойду и не буду делать. I'm not doing this. Я этим заниматься не буду. I don't care if God wants to do this. Мне все равно, что Бог хочет, чтобы это было. I don't care if God is asking me to do this. Мне все равно, что Бог просит меня это сделать. I don't care if God is leading me to do this. Мне все равно, что Бог меня ведет туда. I am not going to do this. Туда я не пойду и этого делать не буду. So the Bible says he paid a fare, he paid a price. И Библия говорит, что он заплатил цену. And he walked away from where God was leading him. И ушел с пути, которого вел его Господь. When you walk away from where God is leading you, there is always a price to pay. Когда ты уходишь с пути, которого приготовил тебе Господь, там тоже есть цена, которую нужно заплатить. A sudden dullness comes into the heart. Что-то приходит в сердце. An inability to hear God comes into the ears. Неспособность слышать Бога и сожаление приходит. And the price that others pay because we won't go is you can't even calculate that price. И цену, которую другие платят из-за того, что не идут, невозможно даже сосчитать ее. We pay a price of the loss of spiritual vision. Мы платим цену потери духовного видения. But I want you to consider the price that other people pay is forever.
Но я хочу, чтобы вы знали, что те люди платят цену навеки. I want to ask you a question. Хочу задать вам вопрос. I see in this conference that you're sending young people all over the world. Я вижу, как вы молодых людей после этой конференции отправляете по всему миру. But what about your own community? А как насчет вашего общества в городе вашем? What about the people that live within a mile of your own church? А как насчет людей, которые живут в километрах от вашего дома? It's a lot closer to go to them, isn't it? Намного ближе же к ним пойти, не так ли? So why don't we go to them? Итак, почему мы не можем пойти к своим соседям? Why do we go to Africa, but we won't go 10 blocks from our own church? Почему же мы готовы отправиться в Африку, а в нашем квартале мы не хотим никого евангелизировать? This is a question I had to ask my own heart. Вот этот вопрос, который я должен был задать в своем сердце. And just like Jonah, и точно так же, как и Иона. We say, well, it will disrupt us. Это мы говорим, ну, это все нарушит у нас. They speak another language. Они на другом языке говорят. They do things a different way. Они все не так делают, как мы. They don't understand our culture. Они не понимают нашу культуру. Why would we want to bring them here? Зачем нам их приводить сюда? Better that God should judge them over there. Лучше пусть Бог их там сам судит. Because we found a comfortable place. Потому что мы-то уже обосновались, и у нас все комфортабельно. And we don't want to change. И мы меняться не хотим. We celebrate Pentecost today. Мы празднуем Пятидесятницу сегодня. The coming of the Holy Spirit. Сошествие Святого Духа. And I believe one of your speakers said, "God, we need a fresh touch of the Holy Spirit." Я верю, что один из ваших спикеров сказал, что Господи, нам нужно свежее прикосновение Духа Святого. When the Holy Spirit came on the day of Pentecost, когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, he began to speak to his church about things that they hadn't heard before. Он начал говорить к церкви, к своей общине то, чего они никогда ранее не слышали. Picture with me Peter going up on a rooftop to pray. Представьте себе такую картину. Апостол Петр взбирается на крышу для молитвы. And then suddenly God puts a sheet down in front of him of all kinds of unclean things. И вдруг спускается что-то перед ним с нечистым. And he says essentially, Peter, I want you to partake of this. Ему голос говорит, что Петр, я хочу, чтобы ты принял участие в этом. Peter, I want you to go where you haven't gone before. Он говорит, Петр, я хочу, чтобы ты шел туда, где ты раньше никогда не был. I want you to do what you've never thought you could do before. Я хочу, чтобы ты делал то, о чем ты даже никогда не представлял, что ты сможешь сделать. I want you to go to the house of a man of another culture. Я хочу, чтобы ты пошел в дом человека с совершенно другой культурой. He's not Jewish. Он не иудей. In Peter's mind, the church was Jewish. И в размышлении Петра, то есть как бы в мыслях Петра и в его представлении, церковь это были евреи. At that time, salvation was not for you or me. Спасение не было для тебя и для меня. We are Gentiles. Мы язычники с вами. The Holy Spirit was only for the Jew. И Дух Святой был только для еврея. In Peter's mind. В мышлении Петра. But God's Holy Spirit began to lead him. Но Божий Дух начал его вести. And say, Peter, my kingdom is bigger than just the Jewish nation. Он говорит, Петр, мое царство намного больше, чем народ Израиля. I'm going to bring in people from the Ukraine into my kingdom. Я хочу привести в мое царство людей из Украины. And Canada. Из Канады. New York City. Из Нью-Йорка. I'm going to bring them all into my kingdom. Я хочу всех их привести в мое царство. So I'm going to start with you. Итак, я начну с тебя. And I want you to go to this man's house. И я хочу, чтобы ты отправился в дом этого человека, who is not a Jew. Который не еврей. He's not part of your culture. Он не часть твоей культуры. He doesn't celebrate your feasts. Он не празднует ваши праздники. He doesn't know what you know. Он даже не знает, что ты знаешь. And I want you to tell him who I am. И я хочу, чтобы ты ему сказал, кто я. Can you imagine if Peter had said no? Вы можете себе представить, если бы Петр сказал «нет»? Could you imagine if Peter had walked away? Представляете, если бы Петр ушел? Can you imagine the number of lives that would be left without hope? Представляете количество жизней, которые потеряли бы надежду? Can you imagine if nobody would go? Вы можете себе представить, если бы никто не пошел? If he couldn't find anybody? Если бы он никого не мог найти? You say, well, that's impossible. Вы говорите, ну это ж невозможно. Remember the prophet Ezekiel said. А вы можете, как помните, как Иезекииль пророк сказал? God told him, I sought for somebody to stand in the gap, so I should not have to judge the nation. Бог сказал ему, что я искал, кто станет в проломе, и не нашел.
I sought for somebody to represent me. Я искал кого-то, кто представит меня. But I couldn't find anybody. Но я не мог найти ни одного. Can you imagine if nobody had gone to the Gentiles? Вы можете себе представить, если бы никто не пошел проповедовать язычникам? That means you would not be here today. Это означает, что ты сегодня не был бы здесь. You would be without hope. Что вы были бы без надежды сегодня. But Peter went to a Gentile's house. Но Петр пошел в дом язычника. The Holy Spirit was poured out upon people who are not part of the nation of Israel. Дух Святой сошел на людей, которые не являлись частью Израиля. And the gospel spread to the whole known world. И Евангелие разошлось по всему миру. Think of what will happen if you make the effort to reach your neighborhood. Представьте себе, что бы произошло, если бы вы сделали небольшой вклад, чтобы достичь своих соседей. Think of the lives that will be changed. Представьте себе, как жизни бы поменялись. The children that will be different. Дети стали бы другими. It won't be just your children going to foreign fields, it will be their children as well will be going. Не только бы ваши дети отправились на миссию, но и другие дети, соседи. So what happened to Jonah? Итак, что произошло с Ионой? He fell asleep. Он уснул. He could no longer hear the cries of people dying all around him. Он уже не мог слышать зов и плач людей, умирающих вокруг него. This is what I say to the congregation in New York City. В Нью-Йорке именно это я говорю своей церкви. Every night in just our area. Каждую ночь только в нашем обществе. Thousands of people are crying. Тысячи людей плачут. Looking for hope. Ищут надежды. For life. Жизни. Freedom. Свободы. A reason to live. Причина для жизни. Looking for God, but they don't know what they're looking for. Ищут Бога, но не знают, чего они ищут. And when we become just engrossed in who we are. И когда мы придем, какие есть. And when it becomes all about us. И когда все только о нас и о себе. The first thing that happens is we can no longer hear the cry. Первое, что происходит, мы перестаем слышать плач. We tune it all out. Мы все это, знаете, сбавляем с громкости. Jonah is sound asleep. И Иона уснул. And the waves are rocking him, and he feels so good. И волны его укачали, и все с ним хорошо. But up above him. Но вверху над ним. People are crying out. Люди взывают и плачут. To be saved. Чтобы спастись. But they don't know the God who can save them. Но они не знают Бога, который мог бы их спасти. Suddenly, the master of the ship. Вдруг хозяин корабля. Came to him. Сходит к нему. And said, "Why are you asleep?" Он говорит, а ты почему спишь? Call out to your God. Взывай к своему Богу. Maybe your God will consider us. Может быть, твой Бог пожалеет нас. Save us. Спасти нас. Why are you asleep? Почему ты спишь? Why don't you care? Почему тебе все равно? Why are your prayers all about yourself? Почему ты молишься только о себе? All around you. А вокруг тебя? Thousands of people. Тысячи людей. Are calling out. Зывают. But they don't know the God that you know. Но они не знают того Бога, который ты знаешь. This is the Holy Spirit coming to His church. Это Дух Святой сходит в его церковь. That's what this represents. Вот о чем здесь речь. And saying to you. Это я говорю вам. And saying to me. Это то же самое ко мне и к тебе. This is not the time to sleep. Не пришло время для сна. This is the time to pray. Это время для молитвы. This is not the time to pray for yourself. Это не время молиться о себе только. This is the time to pray for them. Это время молиться о них. For heaven will be your home when you die. Потому что когда ты умрешь, небо будет твоим домом. But without salvation, heaven will not be their home when they die. Но без спасения небо не будет их домом, когда они умрут. So Jonah heard the word of God. Итак, Иона услышал слово Божье. And he came to the deck of that ship. И он пришел на палубу этого корабля. And he said to the people. И он сказал людям. Pick me up and throw me into the sea. Возьмите меня и бросьте в море. Then the sea will become calm for you. Тогда море успокоится для вас. Take me from where I am. Возьмите меня вот там, где я есть. And throw me into your storm. И просто бросьте меня в свой шторм. We have to be willing to be thrown into the storm that people are going through around us. Мы должны позволить себе быть брошенными в шторм людей, которые окружают нас. We can't live to save ourselves. Мы не можем жить, спасая только себя. We can't live just to save our own culture. Мы не можем жить, спасая только свою культуру.
We need to be thrown in. Нам необходимо быть брошенными. To the mixture of humanity all around us. Смешаться с людьми, которые вокруг нас. With all of their problems. Со всеми их проблемами. All their confusion. Со всеми их запутанностями. All of their lifestyles. Со всеми их жизнями, стилями жизни. We need to be willing to be thrown into the midst of their storm. Нам необходимо быть готовыми быть брошенными в их шторм жизни. Jonah was saying to the people, "There is power in my life to stop the storm in yours." Иона говорит им, что есть сила в моей жизни, чтобы остановить шторм твоей жизни. And so we have the Holy Spirit today. И сегодня мы имеем силу Духа Святого. We have forgiveness in Jesus Christ. Мы имеем прощение во Христе Иисусе. There's power in our lives to stop the storm in other people's lives. Есть в нашей жизни сила, чтобы остановить шторм в других людях. The people who are all around us. Люди, окружающие нас. Not just the people in Africa. Не только люди в Африке. Or India. И в Индии. As wonderful as that is. Как бы это ни было прекрасно. If we are going to go forward as a people. Если мы будем двигаться как народ. We have to be willing to be cast into the storm that is all around us. Если мы хотим идти вперед, нам нужно быть готовыми броситься в шторм окружающий нас. In other words, we are dispersed in our communities. Другим словом, мы растворяемся в нашем обществе. And we do everything we can to reach the people all around us. И мы делаем все возможное, чтобы достичь людей для Христа вокруг нас. This is what we are doing in New York City. Вот что мы делаем в Нью-Йорке. We are doing everything in our power to reach the 100,000 people all around the church. Мы делаем все возможное, чтобы привести ко Христу 100 тысяч людей, которые окружают нас в шести кварталах. We are visiting buildings. Мы посещаем здания. We are knocking on doors. Мы стучим в двери. We are creating fellowships just for them. Мы создаем общение только для них. Everything so that the life that we have can start to reach them. Все, что только можем, чтобы наша жизнь достигла их для Бога. Jonah said, "I will no longer run from the will of God." Иона сказал, я больше не буду бежать от воли Божьей. I will give my life. Я отдам свою жизнь. So that theirs might be spared. Чтобы спасти погибшего. I will trust that the mercy that I offer them. Я доверюсь тому, что милость, которую я предлагаю им, will be mine also. Это будет моя же милость. I will trust that if you forgive them. Я доверюсь, если ты простишь их, that it's not going to destroy my country. Это не разрушит мою страну. Or my culture. Или мою культуру. If they choose to be part of our fellowship. Если они изберут и примут решение стать частью нашей культуры. Now it's time to go forward. А теперь пришло время двигаться вперед. It's time for this congregation to make a choice. Пришло время для этого собрания, для этой церкви принять решение. You stay where you are. Или вы остаетесь там, где вы есть. You focus on the past. Вы или фокусируетесь на прошлом. Or you go forward. Или вы двигаетесь вперед. And to go forward is going to mean change. Для того, чтобы идти вперед, необходимы перемены. It doesn't mean you have to give up your language. Это не означает, что вы должны перестать говорить на своем языке. It doesn't mean you have to give up your culture. Это не означает, что вы должны сдаться и как бы забыть свою культуру. You will probably have to put English words underneath the Russian words in your songs. Вам необходимо наверняка будет английские слова поместить под вашими русскими песнями. So that people can come in and worship with you. Чтобы люди могли приходить и славить Бога вместе с вами. There will be change. Будут перемены. Not everybody will be white. Не все будут белые. There will be brown people. Будут коричневые люди. There will be black people. Будут черные люди. There will be people of different occupations. Люди будут с разными положениями в обществе. But it will be a glorious future. Но это будет славное будущее. It will take you to a place that you've never dreamt you could go. Это поведет вас туда, о чем вы никогда еще даже не мечтали и не представляли. It's time to go forward. Пришло время двигаться вперед. It's time to go forward. Пришло время двигаться вперед. It's time to go forward. Пришло время двигаться вперед. Praise God. Слава Praise Богу. God. Слава Богу. I want to encourage you today. Сегодня я хочу ободрить вас. To get behind your pastor. Чтобы вы оставили позади своего пастора. Don't compare him to his father. Не сравнивайте его с отцом. He is not his father. Он не отец его. He is his own man. Он сам такой, как есть. He has the same Holy Spirit. У него есть тот же Святой Дух. God will speak to him. Бог будет говорить к вашему пастору. And God will take you in the direction that He
tells him to go. И Бог поведет вам в том направлении, в котором Он ему скажет. And there will be some change. И будут перемены. Things will be different. Все будет по-другому. There will be some people who don't want to go with it. Будут люди, которые не захотят двигаться в этом направлении. I had to go through that in New York. Мне нужно было самому пройти через это в Нью-Йорке. Some people came right to me. Люди некоторые подходили ко мне. Said we came here to follow David Wilkerson, not to follow you. И они прямо говорили, что мы пришли сюда следовать за Дэвидом Вилькерсом, не за тобой. So I said to them. Я им сказал. I was kind about it. Я по-доброму отнесся. Then you need to find a church where you can submit to the leadership and you can serve there. И я просто им сказал, тогда вам необходимо найти такую церковь, где вы можете подчиняться ее руководству и служить там. But this is the way we're going. Но именно таким путем мы идем. This is what we're going to do. Мы идем так, и мы будем делать это. And God has given us an incredible influence. И Бог дал нам невероятное влияние. Resource. Ресурсы. It's been amazing. Удивительное. You'll have to get through that. Вам нужно будет через это пройти. You'll have to get through the change. Вам нужно пройти через перемены. But I'm convinced, Paul says of you. Но апостол Павел говорит, я убежден. Better things than just fighting and division. Что будет лучше, чем просто споры и разделения. Better things than just questioning everything God wants to do. Будут намного лучше, чем просто задавать вопросы, что же Бог хочет делать. I'm convinced that with all that you know of the Bible, that you've come to maturity now. Я уверен, что со всем знанием Писания вы приходите к зрелости. And you begin to realize that God only has one leader in the church. И он начал понимать, что только у Бога один руководитель в церкви. He is a God of divine order. Он Бог с божественным порядком. And he only speaks through that leader. И он говорит только через этого лидера. About the direction the church is to go. О направлении, которым идти церкви. If he's wise, he will take counsel. Если он будет мудр, у него будет совет. He will be sure that the voice he's hearing is from God. Он сделает все возможное, чтобы убедиться, что это голос Божий. Think of the children of Israel. Подумайте о детях Израиля. Moses had just died. Только что умер Моисей. I recently stood last week. I stood on the mountain where Moses saw the promised land. Буквально на прошлой неделе я был на той горе, откуда Моисей видел обетованную землю. God took him and buried him. Бог взял и похоронил его. In the valley that's right there. В этой долине. Then Joshua had to lead. И потом нужно было Иисусу Навину вести народ. He was a younger man. Он был намного моложе. He would know some people wouldn't want to follow him. Он знал, что некоторые люди не хотели за ним следовать. But through his life, но через его жизнь much more was accomplished, намного больше было совершено, than had been accomplished through Moses. Чем это было сделано через Моисея. Through Moses, they were made free. Через Моисея они освободились. But through Joshua, they conquered and obtained their full inheritance но of God. Через Моисея они завоевали и обосновались на полном наследии, которое приготовил им Бог. It's time to go forward. Пришло время двигаться вперед. It's time to go forward. Пришло время двигаться вперед. I encourage you. Я хочу ободрить вас. To determine in your heart. Чтобы вы приняли решение в своем сердце. I'm going with this church. Я иду с этой церковью. I'm going where God leads us. Я иду туда, куда Бог нас ведет. Even if it takes us out of where we have found our comfort. Даже если это выведет нас за пределы комфорта. If other people come in who are not Slavic. Если люди, которые присоединятся, они не славяне, I'm going to rejoice. Я буду радоваться. I'm going to thank God. Я буду благодарить Бога, that he has given us the courage. Что Он дает нам храбрость, that he's given to others before us. Что Он дает нам то, других людей перед нами, that he gave to the early church. Что, то, что Он дал ранней церкви. It wasn't easy. Там нелегко было. I'm not saying it's going to be easy. Я не говорю, что все будет легко. But it is God. Но это Бог. The early church had to determine what feasts these people were going to have to celebrate with them. Ранней церкви нужно было определить, какой праздник они будут праздновать вместе. And when you integrate cultures, it's never an easy thing. И когда мы смешиваем культуры, это всегда нелегко. We have 104 cultures at Times Square Church. В Times Square церкви в нашей у нас 104 разных культур. It's not easy. Это нелегко. When I speak on Sunday morning, I'm translated into 9 languages. Когда в воскресное утро я проповедую, меня переводят на 9 языков. But with a common goal of reaching the lost. Но с простой целью достичь неверующих. We have found a love for each other that only Jesus can provide. Мы нашли любовь друг к другу, которую может
дать только Иисус. It is an amazing experience. Это удивительное переживание. To be in a sanctuary where people from all over the world are gathered. Быть в зале, где собраны люди со всего мира. And they're free to worship whatever way they want. И они свободно славят Бога так, как их в сердце есть. Some are quiet. Некоторые очень тихо. Some are loud. Некоторые громко. Some stand still. Некоторые стоят, some двигаясь, dance. А некоторые танцуют. It's wonderful. Это так здорово. That's what it's going to be like in heaven. На небе будет именно так. I want to tell you a secret. Я хочу вам поделиться секретом. When you get to heaven, когда вы пойдете на небо, there will not be a Slavic section in heaven. На небе не будет славянского отделения. You will find yourself at the throne of God with people from every nation on the earth. Вы найдете себя перед троном Божьим среди людей разных племен и народов. They'll be speaking every language. Они будут говорить на разных языках. And they will be all mixed together. И они будут просто все смешаны. With one voice. Одним голосом. Giving glory to Almighty God. Воздавая славу всемогущему Богу. Oh, my brothers, my sisters. О, братья мои и сестры. Go forward. Идите вперед. Go forward. Идите вперед. Go forward. Идите вперед. Touch something of heaven now. Просто переживите небо сейчас. Let God break the sides out of your tent. Пусть Бог разрушит стены, которые вы построили вокруг себя. Let him take you where you never thought you could go. Пусть он расширит пределы вашего шатра и поведет там, где вы никогда не были. It's time to go forward. Пришло время идти вперед. I speak today from the throne of God. Сегодня я говорю от трона Божьего. And you know it in your heart. И вы знаете это в своем сердце. This is not just, I've never preached this message before. Я никогда не проповедовал такое слово раньше. It's just for you. Это просто для вас. It's time to go forward. Это только для вас. Идите вперед. I believe that your pastor who just died knew this as well. Я верю, что пастор ваш, который только что ушел, он знал об этом. Because I'm not speaking something that God wouldn't have spoken to him as well. Потому что я не говорю то, что Бог не сказал бы ему. I believe your new pastor knows this as well. Я верю, что ваш новый пастор знает об этом также. He's never shared anything of it with me. Но он ничего об этом со мной даже не говорил ни слова. I know it in here. Я знаю это здесь. Because the Holy Spirit speaks the same thing to those who can still hear him. Потому что Дух Святой говорит одинаково к тем, кто еще слышит его. By the grace of God. Благодатью Божией. Be the church now that Jesus is calling you to be. Теперь будьте церковью, которую призывает вас Иисус Христос. Go where He's calling you to go. Идите туда, куда Он вас зовет. And do what He's calling you to do. И делайте то, к чему Он вас призывает. You watch the joy that will break out here. И наблюдайте, какая радость разразится здесь. There will be joy like you've never known in your life. Здесь будет столько радости, которую вы никогда в жизни не переживали. Presence of God's Holy Spirit will sweep over you. Присутствие Божие просто зальет вас так, как никогда раньше. People will start weeping just like they do in New York. Плакать так сильно, как в Нью-Йорке. And give their lives to Christ even before the message is preached. И будут отдавать свои жизни еще до проповеди, до призыва. Just because of the presence просто of God. Просто из-за присутствия Божия. Because you chose to walk His way. Если вы, потому что вы избрали следовать Его путем. You chose to reach all people. Потому что вы избрали достигать и евангелизировать всех людей of all cultures, разных культур and all nations, и всех народов and you were willing to embrace them, и вы готовы их принять and call them brother, и называть их братьями and call them sister, и называть их сестрами and do what you had to do, и делать все возможное so they could grow in grace, и все, что вам необходимо, чтобы они называли себя спасенными and worship God beside и славить Бога рядом с ними. Твоим, Господь, сердце Отца для меня все дороже. Буду жить, чтобы исполнить мечту Твою. Царство Твое на земле, как на небе. Thank you, Lord. Thank you, God. Спасибо, Господь. Спасибо. I want to invite you, whoever wants to come, and just kneel. Я хочу пригласить вас.
You can kneel in the aisles or at your seat as well. Вы можете просто склониться там, где вы есть, или приходить сюда наперед. But say, those who say we're going forward, we're going together. Хотят сказать, мы идем вперед, мы идем далее. We're going to do what God asks us to do. Мы будем делать то, что Бог просит, что мы будем делать. We're going to be the people that God asks us. Мы будем просто Божьими людьми сегодня. We're not going to draw back. Мы не будем идти обратно. We're going to go with God. Мы будем идти с Господом. And we're going to all do it together. И мы будем это делать все вместе. Wherever you are. Где бы вы ни были. Either kneel down where you are or just come forward. Просто приходите сюда наперед. And let's pray. И давайте просто молиться. And let's believe God. Просто молиться Господу, верить ему. For the courage that we need. Чтобы он нам дал храбрость, которую нам надо. Let's do that. Давайте это делать. Do it now. Сердце отца для меня все дороже. Буду жить, чтобы исполнить мечту твою. Царство твое на земле, как на небе. Братья и сестры, я думаю, что то, что пастор Картер сказал сегодня, нужно быть очень смелым, чтобы такое сказать. Учитывая то, что он в нашем обществе, в нашей церкви первый раз, нужно иметь большую смелость. Я хочу поделиться тем, что я верю, что это от Бога. И хочу вам рассказать свидетельство. Одна вещь, которая меня очень сильно просто взрывает внутри. Он сказал, что я думаю, что пастор Виталий Бондаренко об этом знал. И последняя неделя жизни папы, я с ним проводил каждый день, общался, спрашивал какие-то советы. Все пробовал записывать на телефон, все, что он говорит. И однажды он сказал: «Богдан, ваше служение не ограничится славянским народом. Вы будете открывать церкви среди американцев». Я знал, что в это никто не поверит. Я ему сказал: «Папа». Он мне это сказал несколько дней, потом прошло пару дней, он сказал: «Папа, пожалуйста, повтори это. Я запишу на телефон». Он так глазами кивнул, но не повторил. Я здесь свидетель перед вами, что это правда. Что Дух Божий говорил через него. Вы знаете, что мой папа даже по-английски не разговаривал, но он сказал, что вы будете достигать и американский народ, и будете открывать и церкви среди американцев. И то, что сказал сегодня пастор Картер, я вам подтверждаю, что это одинаковый Дух Божий. Он это сказал уже моему папе, который уходил. Неделя.
Это было в ту последнюю неделю. И наш брат-гость вообще ничего об этом не знал. И правда сказал сегодня наш спикер, что не хочется идти в шторм. Нам хорошо в нашей зоне комфорта. У нас свои праздники, свои традиции, своя культура. А люди, которые приходят, они приходят с проблемами. А у нас своих проблем хватает. Но, друзья, верю, что, конечно, сердце Бога, оно любит не только славян, хотя нас Он точно любит, мы в этом не сомневаемся. Он любит все народы. Я думаю, что мне сначала надо самому, наверное, прийти в себя от этого слова. И всем нам, а потом с Божьей помощью, с молитвой вставать с колен и продвигаться вперед. We will move forward. We will move forward. Мы будем идти вперед с Божьей помощью. Слово, которое я получил для себя сегодня, это то, что тот одинаковый Дух Святой, который был на Давиде Вилькерсоне, сегодня на нем. Этот же Дух Святой, который был на нашем пастыре, на моем отце, сегодня он и с нами. Этот же Дух Святой. Он и сегодня живой, он ведет, он открывает, дает силы и дает откровение. Слава, слава, слава Богу за это.